В субботу утром на стадионе имени Александра Прокопенко многолюдно. Все от мала до велика играют в футбол. Самому младшему 5, старшему 55. Более 40 семей продемонстрируют свои спортивные навыки и, конечно, поборются за награды. Город принимает праздник «Мама, папа, я – футбольная семья». Огурчики, помидорчики, вишенки, апельсинчики – это не набор продуктовой корзины, а название команд. В этом году праздник отмечает свой 5-й день рождения. Организатор – Белорусская ассоциация футбола. Здорово, что родители на своем примере показывают, не сидят дома на диване, а активно участвуют, играют, дети смотрят, берут с них пример, им это нравится, детки также участвуют. Хорошая погода способствует сегодня этому. Вот, семья вместе проводит время, это очень-очень важно. Семья – это самое главное. Большой ажиотаж вызвали матчи среди женских команд. 5 дружин бьются за звание чемпионов. Знание правил здесь не самое главное. Куда важнее эмоции от игры. Страсти кипят на каждом сантиметре футбольного поля и за его пределами. Никто не хочет проигрывать. И все-таки здесь главное участие, а не победа. Ведь куда важнее любых наград – искренние эмоции. Замечательно, только не хватает дыхания. Вот и все. А так очень не расстроились, что проиграли? Ну, конечно, расстраиваемся, конечно. Мы же девочки. Но все-таки самое главное что? Самое главное – это участие. Победа – это уже на втором плане. Как игра складывалась? Ну, первый гол забила я. Вот. Потом у нас был, конечно, промах один. Но мы выиграли. Это самое главное. Так, а главное все-таки победа или участие? Участие, но и победа тоже приятный бонус. Солнце, вон, такая погода подходящая. Задор такой-то во время игры. Почаще бы организовывали. Да, такие. Можно два раза там, один раз, например, в мае, да, а потом в октябре. Медали, конфеты, соки, футбольные мячи, кепки и рюкзаки. Ни один участник не остался без подарков и наград. Поздравляем. И также получаем 5 и призы от наших спонсоров. Следующим этапом турнира станет финал в Минске. Там соберутся победители региональных соревнований, которые поспорят за звание самой футбольной белорусской семьи. Максим Кемель, Максим Галионко, Бобруйск 360.